Для меня это не чуждо. И как бы я, когда увидел эти ценности, да, действительно, я даже когда голосование было, я за эти ценности голосовал. И как раз получилось, что именно эти ценности вышли у нас в три основных людей разного уровня, должностного, плюс с разных отраслей. Мы все объединены этой культурой в единое целое. Допустим, вот мы строим дом, да, и в этом процессе участвуют все, то есть начиная там от геодезиста, там мастер, там прораб, ПТО, бухгалтерии и так далее. То есть все должны быть вовлечены. Это была сдача объекта. И там у нас в паркинге кабель проходил, но он тяжелый был, да. И вот у нас энергетик там бегал, он ходил, искал людей. А к одному подошел, ко второму. Потом мы просто сидели, мастера, прорабы, мы говорим, то есть, ну какая проблема, пойдем сами этот кабель вытащим. Что у нас, сил не хватит. И все, пошли, убрали, зато задачу выполнили. Хочешь изменить мир, измени себя. Так же и в нашем случае. Каждый должен понять эти ценности, проанализировать и потом уже транслировать дальше своим коллегам. Отношения – это как белый лист бумаги, да? Если его совнуть, его можно выпрямить, но линии все равно останутся. Лучше всегда всегда уважать в первую очередь, ценить людей, вот, и ценить то доверие, которое тебе оказывают, и ту ответственность, которую на тебя возлагают.